Всем привет! С вами снова Влад Гриф, и сегодня у нас на обзоре Nike Cortez. Данная модель, если копнуть в историю, выходила у Onitsuki Tiger, данный силуэт под названием Corsair. Но как только образовалась компания Nike, этот силуэт перекочевал туда и получил название Nike Cortez. Модель создана для легкой атлетики, то есть для бега, для пробежек. Данные кроссовки можно увидеть на героях фильма Wolf of Wall Street, Forrest Gump. В общем, популярная модель, я бы сказал, олдскульная модель. В нашем случае вот такая яркая расцветка. Эти кроссовки 2012 года. По материалам это нейлоновая модель. По всему периметру мы можем это наблюдать. Также у нас встречаются замшевые вставки в передней части, кантовка шнуровок, также выполнена из замши. Ну и в задней части, а точнее в пяточной, тоже мы видим накладку из замши. Характерный найковский свуш из искусственной кожи. Подошва – это пена, довольно-таки цепкий протектор. Пена, могу сказать, не самая мягкая. Здесь несколько слоев используется. Я бы даже назвал эту пену, или точнее посадку этой модели на ноге, основательной. Нога ощущает себя твердо и надежно. Также можно заметить, что это довольно-таки легкая модель. На ноге данная пара смотрится, на мой взгляд, интересно. Чувствуется подчерк прошлого. Оптимально, думаю, подойдут на неширокую ногу. Имеет свойство заужения носовой части. Какого-то дискомфорта при ходьбе я не обнаружил. В общем, модель мне симпатична, понравилась. У кого была подобная модель, пишите в комментариях свое мнение о них. В общем, как всегда, краткий обзор, краткое мнение. Ну и не устаю благодарить вас за просмотр, за ваши лайки и комментарии, за подписку. Всем добра, всем хорошего настроения.